Что там может быть? Что это такое? Ты кто? Смотри, какой я. Вылезаю с травы такой. Хуя! И кусаю тебя. Да иди ты нахуй. Я скушал! Простите, пожалуйста. Вы мне брюшко щекочете. Брюшко щекочете. Потанцуй, муха! Ты пляшешь? Ай, как красиво ты пляшешь. Я вижу паука. Я вижу паука. Я вижу паука. Глянь, это спрятали. Какой-то проход спрятали, твою мать. Ты тоже хороший мой друг? Или ты какая-то опасная штука? Найди все золотые паутины. Блин, я думал, это одно такое. Я супер, что вообще его нашел. Заебись. Тут проще все, да? А это все прикольненько. А обратно мне как? Не, ну эта игра чисто, знаешь, мы лутаем. Мы просто ходим и все лутаем. Нашел! 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 Мразь! Он просто меня скинул. Сейчас я буду на тебя охотиться. А? Тут просто еще один! На, сразу же! Вот это реакция, это рефлексы паучьи у меня. Вечерочек, ты на канале Gantech Games, где мы с тобой играем в разные игры, мы продолжаем с тобой играть в Webbit, и мы должны подняться на самую вершину, как его называют, кроны, это, я так понимаю, улей, так что, ну мы еще тут будем ходить вокруг, вот у нас тут три путя, так что мы на них сейчас пойдем. Итак, что у нас тут есть? Так, это получается, мы пошли налево. Сначала пойдем налево. Вижу пыльцу. Опа. Увидел. Итак, у нас тут что наверху? Тут уже должно быть листочек. Смотри, для чего-то нужен листочек. Ага. Наверное, не для того, чтобы мы умерли. Я схватился, как могу. Так, а, я забываю. Все. Мастер игры. Мастер игры. Ой-ой-ой-ой. А, съел. Да, есть. Так, это тут спуститься можно, да? А что я... Нет, это зря. Блять. Ну пусть будет так. Так, а вот тут вниз спускаться. Что там внизу? А для чего это нужно? Мне, наверное, в любом случае наверх. Раз тут такие приколы. Ну да. Внизу ничего нету. Внизу просто умрем. А это все, конечно, классно. А листочек когда тут появится? Опа. Так, секунду. Тут же ничего нету, да? Опа. Опа. А как хорошо. А почему? Я ж там бегал, вы че? Воу. Ну мне нужен листочек, это стопудово. Я там по-другому... Не спущусь. А, тут можно ускорять. Это очень хорошо. А для чего это? А, чтобы назад вернуться, я понял. Я борюсь с ветром. Нет, нет, не надо. Это была нехорошая идея. Так, ну и все, да, собственно. Вот мы и вышли. Ой, а тут я не был. А, тут чуть-чуть совсем всего. Везде так было по чуть-чуть, а то до этого вообще какой-то кошмар был. Всего так много. Ой, я думал, это можно сесть сюда. Ой, я помню, что это можно ломать. Я помню. И тебя я помню. Скотина, ты где? Ой, вот он. Ай, я тебя найду. Сука, я умер. Я тебя как-нибудь выцеплю сейчас. Вон он ты, я тебя вижу. А, застрял, дурак, блять, скушал. Ха-ха-ха. Так, пока пошились в листьях, ничего не нашли. А, тут был закрытый проход. То есть нам сюда. А я видел паука.
Вот так. Ломаем. Берем паука. Выжили. Это уже очень хорошие для нас показатели. Были до этого момента. Так, внизу ничего нет, да? А, и по стандарту, что ж я это? Там вот так, что-нибудь туда куда-нибудь. Ну, ну, все. Опа. Вот так, все. Отлично. А, глянь, он на туре ловится. Вот так тебе. Сука, дурак. Ой, ой. Глянь, вот это меткость. Так, подожди, сейчас его кушать нельзя. Надо подняться повыше, а то умрем. Я же его скушаю, а держаться я за что буду? Не-не, мне сюда. Ну, оп, еще один. А как ты пролетел-то? Как он сквозь пролетел? А так стало, глянь, как хорошо. Ха-ха, вот так. О, это очень удобная вещь. Это максимально удобная вещь, я тебе так скажу. А, я думал, тебя спасти надо. Хм, видела всех этих плод... Видала всех этих плодовых мух? Раздражаю. Ты ведь паук, а пауки могут их ловить и есть. Но это я так, к слову. Мне грех жаловаться. Тогда потанцуем? Чё бы нет? Правильно? Чтоб не жаловалась. Так, и что у нас тут еще есть? Ничего нету. Просто летать. И кушать паучков. Ну, ловить, ловить. Вот это да, вот это я промахнулся. Так, подруга, я пошел. Мне сюда. Ага, ага, опа. Есть тоже. Есть контакт. Что такое? Цепляй. Я слышу, что кто-то еще летает. Все, это жестко. Это жестко, ни одна муха от меня не уйдет теперь. Вот. Че, собрали все? Да, прикинь, все собрали. А куда идти-то? Еще какая-то. Это золотая паутина. Опять ты. Мне нужно получше их прятать. Но тебе ни за что не найти еще одну. Так у тебя их сколько? Танцуй! Сука, убежал. Блин, как-то хорошо у нас получается паутины искать с тобой. Там же какой-то секретик должен быть. Нифига себе, глянь, куда я залез. Листочки зачем-то тут лежат. Тут ничего нету, зато есть лиана какая-то. И что, дальше не пройти, да, никуда? Это тупик. Угу, все, я понял, далеко не получится пройти. Так. Тут получается все. Тогда подожди. То есть мы вот это все прошли. Ну, пойдем тогда, наверное, даже не знаю куда. Вверх, наверное, пойдем. Мало ли что там может быть хорошего. А, и вот тут мне нужен будет листочек теперь, да? Чтоб я поднялся вверх обратно. Ага. Ну, полетели. О, вот это скорость. Ай, тихо. Тихо. А почему? А, тут только так спускаться. Ну, я уже ученый и лох. Надо же было так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, аккуратно, не торопимся. До добра это не доведет. Есть. Супер. Так, и теперь нам путь наверх заказан. Не сюда. Вот так. А еще куда-то? Вот сюда. Пойдем наверх. Если это кроне, ну ничего страшного. Не
Но меня смущает, мы же там вверх даже не пытались подняться. Ты где, сука? Ловись. О, все ясно. Я уже, мне кажется, почти всех тут мух поймал. Ой, это было очень близко. Вот это было очень близко. Паучки, простите меня за такие дела. Это было не очень хорошо. О, есть. Кто-то попался. Нет? Я же слышал, кто-то попался на паутину, нет? Значит, мне показалось. А я думаю, прикольно, я как паук, типа, слышу, что, типа, а, паутинка и кто-то там моей потряс. Ну я умер, ясно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, да что ты, зачем туда притягиваешься? Опа, глянь, что это? Ага, есть. Ну, это смерть. Это все. То есть. Нужно как-то протянуть. Во-первых. Во-вторых. Вот она. Нет, обманула. А ты чё? То есть, типа, некуда, да? Ага, так. Ага, вот так. Есть. Вот так, пойдем туда. Это что-то неспроста. Это что-то понизу неспроста. И куда мы? Тут очень красиво. Но нам наверх. Опа, вот мы и пришли. Ну смотри, тут все связано. Я думаю, это какой-то тайничок. О, здравствуйте. Ой, я еще вижу вот эту штучку. Там наверху еще одна была. Есть. Притягивайся. Ну тянись. Так, а теперь куда? А может я все собрал? Да, я все собрал. Значит, нам вниз. Опа. Опа. Так, и куда нам? Стой. 1200. Осталось совсем немножечко. И мы будем там, где нужно. А теперь я где? А, вот тут мы как раз и были. Что ты со мной хочешь обсудить? О, снова ты. Хорошо, что ты поучаствовала в сборе пыльцы. Вершина крона вон там, чуть дальше. Надеюсь, ты сможешь достать 20 зерен. Королева ждет. А у меня сколько их? Сорок. Но у меня их 39. Так что у меня все нормально. У меня все отлично. Ой, а ты жужжишь прям. Так тебя прихлопнуть хочется от твоих жужжаний. Прекрати! Пошли со мной! Блять, пошли, сказал! Что ты сопротивляешься, сука? Давай! Давай! Ах ты падла. И что? Что ты хочешь сделать? Лети отсюда. Прибью тебя, падаль. Ладно, живи, хер с тобой. Так, и что это мы тут? Опа, опа! Ага. Надо было отпуститься. Отпуститься надо было. О, там внизу жить можно.
Так, и что тут теперь? Там же где-то можно было притянуться. Ага. То есть. Ой-ой-ой. Вот это хорошо получилось. Это сюда. Там что-то можно притянуть, нет? Ой, здрасте. Я прям как чуял. Оттуда нельзя? Там что-то секретное выглядит. Ну ладно, нельзя так нельзя. Ой, держись. Остановись на ней. Что ты делаешь? Вот так. Вот так. Что там внизу? Ага, так. Вот так. Вот так, вот так, держусь. Ать. Так, тут еще что-то есть? Все собрали, отлично. Подожди, мне кажется, что мы наверх, там же не решили, не пошли наверх. То есть, смотри, мы были, получается, вон там. Ой, может быть, там будет паутина просто. Мы ж туда... Не... Да что ты делаешь, дурак? Пойдем вниз. Так я далеко не дойду. Вот сюда. То есть мы проходили вот здесь. Где-то здесь. Где-то. Опа. Где-то до мухи нужно дойти. Блин, может... Я просто боюсь, что вот я сейчас вспомнил, что мы там не прошли, потом я забуду. Поэтому приходится, видишь, все сразу делать. Ой-ой-ой, вот это вообще... Уровень! А куда? Сука, надо с листочком даже сюда. Ну, это, конечно, не смешно. Куда? А где? И что? Вы ж меня не поднимаете. А как я? А, ниже, наверное, опуститься должен. И вы меня резко вверх. А-а-а, вот так все у вас серьезно, значит. Так. И куда? Я уже тут заблудился, если честно. Ага, вот он. Ага, вот. Вот и вверху муха. Все правильно, я пришел. Она меня уже тут ждет. Сука. Ай-яй. Вон, там же был проход. А мы тут были. А где это? Вершина крона 3500. А что это за место? А, я боялся, что я упаду вниз. Видишь, как оно получается. А там внизу, оказывается, был как раз тот проход, который нам нужен был. Ну вот, теперь хотя бы стало понятно. А, тебя тоже можно примотать, да? Ладно, я так и быть тебя освобожу. За это мне должны награду давать. Я спаситель ваш. Воу. А, тут опять такая ж... Фигня, давай, поехали. Опа, есть. Ой, осторожно, это было рядом, очень. Даже немножко не по себе от этого стало. Опа. Так, ну и вверх. Это мы уже знаем, нам в самый верх. Вот сюда. Так, напоминай, мы тут собрали. И у нас один путь остался. Один путь куда-то, не сюда-то. А как там пробежать? Опачки! Подожди.
Вниз там был как раз. Вот так, вот так, аккуратненько, аккуратненько. Понизу, отлично, супер. Сюда ведь, правильно? Да, вот мы и пришли к одному пути. Так, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, жизнь, жизнь, живу. Не уживу. То есть, ага. Это что? Мы тут были. Все, мы тут были, отлично. Я понял. Мы тебя вот так, на всякий случай. Ой-ой-ой. Тут что, летать придется? Да, придется летать. Это, с одной стороны, прикольно, а с другой стороны, не очень хорошо. Это потому что даже пугает. Ну вот, мы... А обратно тут как вернуться, вот мне интересно тоже. Этот момент уточнить. Глянь, тут много палок. Для чего тут так много палок? А, вот и выход назад, да? Да. Все ясно. А где... муха. Так, за этого не зацепимся, за это зацепились. Отлично. Нет, стой, стой. Можно поверху пойти. А можно и не пойти. Вон он летает. А почему ты не цепляешься? Я для кого паутину эту ставил? Да давай. Слопай его. Вот так. Это было очень хорошо. Ну и куда ты мне покажешь? Куда я должен приземлиться-то? А почему ты не цепляешься? Да там же все нормально. Глянь, за что-то зацепился. А зацепишься за что-нибудь? Ага, есть. Так сразу стало легче. Намного. И тут все собрали. Как замечательно. И проход всего один. Блин, у меня уже столько пауков на брюхе лазит. Что это кошмар какой-то. Что, у нас тут вершина кроны 500. Почти добрались. Мы почти с тобой это сделали. И ловим муху. Ловим муху, как только можем. Паучок, муха, сюда иди. Еще какая-то жужжит. Где-то еще выше надо подниматься. Опа, ой. Глянь, мы тебя очень часто встречаем. Не может быть. Ой, не туда. Ты опять нашла меня. Видимо, у тебя отличное зрение. Я сделаю все, чтобы ты не нашла еще одно секретное место. Ты потом со мной еще танцевать будешь, падла. И что нам это дает? Тут что, будет что-то интересное? Или это все? Ага, тут ничего интересного. Чисто случайно, да, вот. Как бы кто что не говорил, но все чисто случайно. Может, я такой действительно просто внимательный. Слушай, как-то жужжит странно. Да вот нет. А чё так жужжит, как будто я его поймал? А, ясно. Ясно, ясно, ясно. Тут нечего делать. Ой. А, это на этом месте. Чё так жужжит? Очень как-то сильно жужжит. Кто это? Очень сильно жужжит. Опа, туда нельзя, оказывается. Паучок.
Кто жужжит? Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Попляшите со мной. Кто-нибудь, потанцуйте. Что меня за... Ой, мы приехали. Секунду. О, смотрите, это паучок. Говорят, ты помогала собирать пыльцу. Если у тебя есть 20 зерен, то заходи. Королева ждет. А ну, танцуйте. Вы хоть потанцуете? А если я вот так сделаю? Друг с другом потанцуете? Вот так, красиво, красиво, мне нравится. Танцуем хорошо. А ты мне что скажешь? Да остановись, остановись. Блядь, все, они не хотят со мной разговаривать. А, нет, это он просто неразговорчивый у вас, да? Хорошо. Ой, как у вас тут интересно. А ты танцуешь тоже? О, как ты хорошо танцуешь. Попляшем, попляшем. Только я как-то плохо пляшу, а ну тоже пляши хорошо. Добро пожаловать в мой улей, паучок. Я о тебе наслышана. Ты принесла пыльцу для маточного молочка? Вот это да, вы только посмотрите на всю эту пыльцу. Ты заслужила хорошую награду. Пожалуй, ты тоже можешь называться своего рода принцессой. Возьми вот это, принцесса, паучок. Ты заслужила. А теперь подожди немного, пока мы готовим маточное молочко для моей дочери. Прекраснейшая из принцесс, вроде было написано. Я уверена, что она захочет с тобой встретиться. И это сделали мы. Кто там, что-то вылупилось? Трепещите! Принцесса прибыла. Она так прекрасна. Такие мощные крылья. Спасибо тебе за помощь в приготовлении маточного молочка. Паучок, пока я росла в соте, моя мать рассказала мне о том, что с тобой произошло. Ты отправляешься в спасательную экспедицию на волшебный остров в облаках? Лучшей тренировкой для укрепления моих новых крыльев и не придумать. Пойдем со мной, я отвезу тебя домой и помогу подготовиться к путешествию. Нет, отпусти, блядь! Отпусти, сука! Я не хочу! Я не хочу! Я же не все... А, я все собрал! Вези, мать! Вези меня куда хочешь! Я с тобой готова ехать куда скажешь! У-у-у! Круто! Натуря, куда ты меня везешь? Куда ты меня везешь? Я думал, мне они крылья дадут, я научусь летать. Это же было так круто, так удобно. А я больше не пляшу, я пляшу! Нет! Покатайтесь с пчелой, мне дали еще сразу достижение. Ну, это было интересное занятие. И где мы вообще очутились? Да блин, мне куда-нибудь бы присесть. Сука. Я хочу наверх. Твою мать. Вот так, все, сюда. Давай посмотрим, где мы. А, ты нас вернула назад, мы тут всех собрали. Ну пойдем пауков, что ли, раздадим. Так. А как нам тут раздать-то? Опа! Опа! А вы что тут, ребят, делаете? Привет, коллега! Я Влад, твой механик. Мы почти готовы к грандиозному путешествию. Вот, держи чертеж, у нас много работы. Так, гнездо мотылька, паутина, площадка, ну, видимо, площадка для пилота, топливо, вот какая-то круглая штука, двигатель, какая-то не круглая штука, и заплатки. А, ну, сейчас, давай мы с тобой. А это наш предполетный список задач. Поговорить с принцессой о заплатке для воздушного шара. Найти топливо, хороший концентрированный навоз должен подойти. Попробуй поискать его на западе. Установи двигатель непосредственно под отверстием воздушного шара. Надежно закрепить площадку для пилота. Да, если у тебя возникнут проблемы, позвони в колокольчик, и мы приведем все в первоначальный вид. То есть я уже должен что-то собирать тут? Серьезно? Ну, это по-любому туда штука. Ну, иди туда. Давай. Сюда, сюда, сюда. Подожди, а что ты хочешь сказать? Я сейчас позвоню в колокольчик. Вы мне тут все сбросите?
ушли. Видимо, поняли, что пизды получат, если тут мне помешают сейчас. Так, ну я могу стрелять, по идее. Давай, 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 давай. Не, ну эта штука тяжелая. Она очень... Шел нахуй отсюда. Я добро не давал. Ну давай, 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 давай. Почти, 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 почти получилось. Ну блин, ну как-то тяжело заходит, ты еще посмотри. Ой, нет, зачем? Сука, вот так надо было звонить, да? Убери нахер этот колокольчик, чтобы я по нему не стучал никогда в жизни. Я почти все сделал. Вот так, давай. Я вот тут буду прям на тебе стоять. Но если меня прищемит, это будет не очень весело. Давай, 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 давай. Давай, давай. Сплетите тысячу паутин. Да, конечно, так плести. У нас прям сегодня хорошо достижения заходят. Посмотри. Отлично. Давай, 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 давай. Ну, почти залезла. Давай, что ты стесняешься? Залазь, залазь. Муравьи, идите в жопу отсюда. Мы тут уже натворили делов. Что-то не так? Нет, не звони. Не звони в него. Сука, это очень плохо. Что вы так делаете? А чё он не встает так нормально? Или мне нужно тут все подождать? Мне кажется, я ж могу уже собрать его наполовину. А чё не заходит-то? Зайди, пожалуйста. Мне как будто его, кажется, левее надо. Как будто левее его надо. Вот, типа туда прям, в дырку. Но почему он не заходит? Так, давай с тобой поговорим. Ой, я к тебе притянулся. А, мы с тобой тоже можем поплясать? Подожди, я с тобой вроде уже плясал. Привет, подруга. Муравьи только что здесь были. Вмиг взобрались на дерево. Они давно уже надоедали мне со своими планами, но никак не мог набраться храбрости. Я рад, что вы помогаете друг другу. Мне кажется, план у них хороший, хоть и слишком смелый для меня. И что? Вижу, ты нашел друзей в королевской семье на вершине кроны. Я надеялся, что пчелы заинтересуются твоей спасательной операцией. Им всегда нравились приключения в небе. Может быть, новая принцесса сможет прогнать птицу и построить там свой улей вместо этого ужасного небесного шалаша? Это будет лучший день в моей жизни. А ты со мной просто разговариваешь? Блин, ну слушай, я не знаю, что за дела. Почему-то он не цепляется. Что там со схемой? Заплатки. Гнездо мотылька. Ну, это гнездо мотылька, вот, видимо. И эта херня должна прицепиться к нему, но она не хочет прицепляться. Почему-то. Блин, она уже прямая, адекватная. А все равно не лепится. Может, так и оставить? Выглядит вроде ровно. Может, она не должна цепляться. Ой. Так, а как тебя? Сейчас я потяну. И что? Непонятно. А подожди, а где нам разговаривать опять с пчелой? То есть мне опять до них как-то и бежать надо? Ты мне задание... А, ну слушай. Ой, какой ты мне ересь. А это наш переподлетный список задач. Поговорить с принцессой о заплатке для воздушного шара. С принцессой, видимо, пчелой. Найти топливо, хороший концентрированный навоз должен подойти. Но это понятно, я к ним еще не ходил. Попробую поискать его на западе. Это я понял, у жуков. Надежно закрепить площадку для пилота. А, это площадка для пилота же. Вот где мы сейчас стоим. Да, если у тебя возникнут проблемы, позвони в колокольчик, и мы придемся в первоначальный вид. То есть, тут будет вот эта кучка навоза получается.
Я ее в двигатель должен поставить. Вот так она должна цепляться. То есть это даже... Я еще очень близко ее посадил. А так я должен вот так это типа все сделать. Ну типа. Площадка для пилота, топливо. Ну окей, я пойду сейчас отнесу детей. Вот так, прям отлично пришли. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Всех! Я тебе всех отдал? 38, 39, 40, все на месте. Надеюсь, я больше никогда не увижу эту птицу. Спасибо огромное, что помогла мне найти этих маленьких непосед. Если тебе когда-нибудь понадобится помощь, просто скажи. Блин, помните, четырехлапая нянька. Так, подожди, мне вот это дали. А я просто принцесса, мне нравится, это хорошо на мне смотрится. А ты что говоришь? Ой, я теперь коричневый, о, сливаюсь с местностью, ты посмотри. Коричневая принцесса. О, тут теперь можно подниматься? О, да, вот так. Отлично, классный лифт. И куда вы меня привезете? Блин, это так удобно подниматься, в самый верх прям. Ну, короче. А, это лифт. А, вот она ты. Супер. А я думал, куда ж мне... Давай с тобой поговорим. Так это и есть тот воздушный шар, который доставит нас к волшебному острову в облаках? В таком состоянии он никуда не полетит. Дай-ка я все исправлю. Ну, так с этого начинать надо было. Может, поэтому... Ага, вот, вот, она поэтому не цеплялась. Та-дам! Теперь все должно пройти гладко, это восковые заплатки не пропустят воздух. Ты только не улетай. А мы с тобой плясали. Вот, вот так поплясали. Нет, нет, ну ты... Поматросила и бросила. А, нет, вот она ты. Нет, пожалуйста, не стучи. Что ты убегаешь от меня? А, типа я должен тебя схватить, полетать с пчелой? Да нет. Ну, он зафиксируется? Или это считается? Ну давай, короче, не будем пока это пробовать. Мы это сделаем потом. Когда уже добудем топливо и посмотрим, если получится его просто положить сюда, то на этом мы закончим. Точнее, это так и оставим, значит все работает. А так, да, мы сейчас закончим. Продолжим уже идти в левую часть на запад к навозным жукам копаться в говне уже в следующей серии. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим видео с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить нового видео. Всего доброго!